С приходом нового исполняющего обязанности главы Ленинского района Олега Хромова на территории муниципалитета наблюдается положительная динамика. Благодаря настоящему взаимодействию органов исполнительной власти с представительной властью, наконец-таки началось решение давно накипевших вопросов. Одним из таких вопросов является благоустройство. Расторгуевской частью города Видное давно уже никто не занимался. И как бы не добивался депутат этого округа от Совета депутатов Ленинского района Валерий Черников проведения работ по благоустройству, положительно данная повестка дня не решалась. Представительная власть – депутаты, исполнительная власть – это муниципальное образование, городское поселение и жители. Вот только в этой связи может быть достигнут положительная динамика, результат вот, по приведению в соответствие тех территорий, на которых люди живут, и создание благоприятных условий. Вот этот механизм сейчас стал работать. Были установлены и выявлены те нарушения, которые есть. Олег Владимирович на своем уровне муниципальном образовании района эту ситуацию разрешил. Александр Евгеньевич на своем уровне. Значит, была привлечена управляющая компания, которая также приняла участие. И процесс понемножку начал реализоваться. Впереди предстоит еще очень много работы. Нужно убирать несанкционированные постройки, гаражи, бытовой мусор, который сами же жители выбрасывали на протяжении многих лет. Положить тротуар, вырубить сухостой. Это только то, что видно невооруженным глазом. Но после посещения Олегом Хромовым Петровского проезда территорию уже начали приводить в порядок и потихоньку благоустраивать. Мы надеемся, конечно, на дальнейшую работу, на сотрудничество с Олегом Владимировичем. Мы надеемся, что приведут вот наш двор в порядок. Не обошла стороной Петровский проезд и проблема нехватки парковочных мест. Как и во многих дворах города Видное, машины здесь парковать негде. Стоит чуть-чуть задержаться в пробках, возвращаясь с работы. Ну, то есть приехать не в 8, а в 8:30, и приходится парковаться уже где-то в нигде. Также местные жители просят привести в надлежащий современный вид детскую площадку, положить резиновое покрытие, чтобы ребенок спокойно играл в любое время года, и чтобы не бояться, что он поскользнется или испачкается в грязи. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.